Видимо, я так понимаю, что Жулсар она и была, видимо, в декабре 2019 года. ЖК Жулсар. Которая была предметом спором по нарушению прав, то есть нанесению ущерба жильцам. Видимо, они изменили реквизиты. Ну, в принципе, если у них процедура банкротства происходит, то как бы это не совсем законное явление. Они новые счета тогда открывают? Наверное, нет, они не имеют права открывать никаких новые счета, поскольку если деятельность у них будет приостановлена и прекращена вообще по процедуре банкротства, то конкурсный управляющий занимается только этими вопросами. То есть погашение долгов, которые у них существуют, и естественно по предъявлению кредиторов. Кредиторы как бы должны быть извещены, все стороны, о том, что у них процедура банкротства хотя бы наступает. Ну, потому что люди ждут, собственно говоря, ситуация патовая, то есть несовершеннолетние. И вопрос состоит в том, что они ни ремонт сами не могут сделать, и жить в такой ситуации совершенно невозможно, не представляется возможным. Вот сейчас получается у них активных два процесса. Один процесс по взысканию долгов. Сейчас на самом деле происходит то, что долги не выплачены, а этап на стадии включения в реестр, вот, ну, сейчас вот он у них не совсем правильный, поскольку они его неправильно оформили. Там, как мы не в курсе. Будет, скорее всего, приостановка. Вот. И второй процесс – это снятие культурного наследия, статус культурного наследия с этого здания.